Вопрос от Фазыловой Ирины Евгеньевны тоже к Михаилу Викторовичу Иовлеву. Что сейчас с его сельскохозяйственным предприятием? Как решался вопрос с безопасностью и налогообложением? У меня сейчас мое сельскохозяйственное предприятие, оно состоит из одного дома, который достраивается и планируется дальнейшее его расширение. То есть в данный момент сельскохозяйственная деятельность никакой не ведется. Вот, я сейчас занимаюсь строительством в Москве и пришел сюда поделиться своим опытом. Но начиная вот с сегодняшнего дня, да, я сейчас начну этим заниматься и опыт наработаем. Сейчас нет никакого опыта. Меня зовут Василий. Михаил, вопрос. Отошел от фермерской деятельности. С чем связано? Почему? Понятно, в стройку пошел, там доходность может выше, обороты выше. Почему с фермерской деятельностью ты, ну, как минимум приостановил, как максимум закончил? В чем причина? Дело в том, что это достаточно сложный такой бизнес, если можно так выразиться. Я был на тот момент один, я не понимал, что надо командой играть, а не в одиночку. Вот, и в один момент мне просто предложили купить у меня все это, я все это вот продал и все. Вот банальная такая история. А не продать ли? Продал. А теперь жалеешь? Ну, я не могу сказать, что я жалею. Я набрался опыта в других сферах деятельности. И теперь с нуля заново. Да, я там занимался фермой, потом ряд прошел еще разных бизнесов. Да, и вот в стройке я только вот с 2014 года более-менее встал на ноги. То есть много ошибок было, много опыта, да, поэтому я не жалею ни о чем. Новый этап начинается. Да. Хорошо. Вы слушаете «Народное славянское радио».